ЭСМО позволяет выявить на предсменном или послесменном медицинском осмотре наличие у работника состояний или заболеваний, которые препятствуют выполнению трудовых обязанностей. В том числе это может определиться алкогольное опьянение и подозрение на наркотическое опьянение, и также наличие гипертонии или патологических аритмий у человека. После того, когда человек вводит табельный номер или прикладывает к считывателю пропуск, происходит его идентификация. После идентификации программа задает вопрос человеку, имеются ли жалобы. Выводится на мониторе две кнопки: жалобы есть, жалоб нет. Если у человека нет жалоб, он нажимает, и после этого система пропускает его к замеру давления. Человек погружает руку в тонометр, для удобства придвигает к себе и нажимает на мониторе начать измерение артериального давления. После замера артериального давления человеку предлагается пройти алкотестирование. Человек для проведения алкотеста проводит вдувание в датчик алкотестера. После прохождения алкотестирования человек проходит пупилометрию. Это процедура для замера зрачка, реакции зрачка на свет. Человек прикладывает лоб к термометру и смотрит в зеркальце, которое находится в углублении терминала. После этого происходит тройная вспышка красного света, определяется реакция зрачка на свет, и после этого человек расписывается на мониторе и нажимает «Завершить медосмотр».